такая вот картина. Потолок я сорвал вот эти. То есть тут были доски вот такие же, как здесь, с этой стороны прибиты. Вот они стоят все. Вон куча, вот куча. То есть тут я спиливал, потому что там не подобраться к саморезам. Ну, здесь тоже спиливал, потому что стена была уже построена после этой фигни. Вот такой вот он был. Так я все пилил, сорвал. Сейчас покажу, что там внутри. Вот по сути вот эти вот между этими сэндвич-панелями лага идет и щель практически на улицу. Вот здесь там какая-то железяка есть. Вот. Вот он в щель заходит на... Сколько тут? На... 20 сантиметров туда заходит. А вот это вот я стучу, это я по железу стучу, там слой железа, а дальше улица. Хочу все задуть, запенить. Они там пенили сверху, видимо, вон видно пенил. Вот. Такая щель осталась. Что-то тут зимой ползало живое. То ли летучая мышка, то есть где-то надо еще щель искать. Где-то тут есть. Где забито там ватой. Где не забито, где не запенено. Хорошо видно, сейчас подсвечу. Вот щель у нас сантиметр 2,5 сантиметра. И вот там железо, за ним улица. То есть эта щель, вот она все по всей длине. То есть здесь вообще не думали даже заделать. Там что-то запилили. Тут он целлофан повесил, он прямо, когда ветерочек, он прям туда дует, то есть отсюда тянет, тянет, тянет. Ну и весь потолок во всем доме такой, естественно. Ну тут вообще, ну, блин, подступление было, не задуть эту щель. Но они собирали, видимо, сначала вот эту деревянную опалубку делали, а потом уложили вот эти вот сэндвич-панели, хер пойми как. И там типа задули что-то. Засунули, задули. Вот я стучу по жести, там что там улица. Вот когда трубу ставил, ну, выпиливал там дыру. Там вот такая. Уже знаю, как там что. Протопи такой дом.